Добрый день, дорогие друзья, гости на моем канале. Я, как всегда, рада вас приветствовать. Сегодня будет такое короткое видео в стиле «Познавательная минутка». И тема видео будет о цветении наших фиалок. Под каким-то видео о цветении фиалок был задан вопрос, можно ли у фиалочки, у цветущей фиалочки, снять вот эту вот верхушку и таким образом продлить цветение. Я, конечно же, написала, что так делать нельзя. И тогда я еще подумала, ну вот откуда у человека такая информация? Вот кто такое придумал, да, что чтобы фиалка обильно долго цвела, нужно обязательно снять верхушку. Ведь так не бывает. Вы снимете верхушку, вот там на пенечке нарастут пасынки, и эти пасынки будут расти как попало, да, розетка будет некрасивая, и плюс еще и цвести вряд ли будут эти пасынки. А если они и будут цвести, то одним-двумя цветочками. В общем-то, вот так вот. И сегодня, когда я осматривала свои трейлеры, я вдруг поняла, откуда человек взял такую информацию. Ведь у трейлерных сортов фиалок мы иногда действительно снимаем верхушку, чтобы добиться красивого, длительного, обильного цветения. Вот, допустим, Бродвей Стар Трейл, посмотрите. Ну, у этой фиалочки я ничего не снимала. Эта фиалка хорошо пасынкуется, хорошо цветет. То есть, вот она сама по себе вот такая вот красивая. Но есть у меня одна фиалочка, это тоже трейлер «Вологодский лен». Этот трейлер, в принципе, пасынкуется, но не так сильно, как Бродвей Стар Трейл. И еще у этого сорта очень длинные такие тонкие цветоносы. То есть, когда выращивается вот в одну розеточку этот трейлер, верхняя часть доминирует, внизу пасынки, даже если они появляются, они не развиваются. А вот эти цветоносы длинные, ну и, в общем-то, вида нет никакого. Поэтому, чтобы добиться хорошего цветения, я у этой розеточки снимала верхушку. Вот, посмотрите. Здесь верхушка снята, оставлено 3 пасынка для того, чтобы на одном корню выросло 3 розеточки, которые в будущем создадут хороший кустик. И этот кустик будет цвести, ну, каждая розеточка, да, будет цвести, плюс сам куст будет пышным. И вот эти длинные цветоносы, они будут, ну, не так заметны, как минус, да, сорта, а будут в кашпо очень красиво смотреть, не спадая вниз. То есть вот так вот. В общем-то, если вы смотрите какое-то видео, возможно, человек, который задавал этот вопрос, действительно где-то читал, либо смотрел видео о том, что, чтобы добиться шапочного цветения длительного, нужно снять верхушку. Но, скорее всего, что речь шла именно о трейлерных сортах фиалок. И ни в коем случае не о обычных сортах фиалок, которые никак не относятся к кампельным и к трейлерным сортам. Всегда уточняйте, всегда переспрашивайте, вот, потому что иногда получается так, что слышал звон, но не понял, где он. Не бойтесь задавать даже, казалось бы, для вас, да, что глупый вопрос. В мелочах бывает, кроется истина. Давайте ставить лайки, кому было полезно и интересно. Всем всего доброго. До свидания.